Александр Усик, ну, что ж ты так? Все, что не скажешь, ну, все не в попад. И боксер-то хороший, а вот боец никакой. Да и как человек вроде точно такой. Знаешь, Саша, чистой совести претит меркантильность, а веровать в Бога исключает тактильность. Ведь так трудно креститься, держа двумя руками штаны. Чтобы понять это, брат, мозги ведь нужны. Но мы отвлеклись. Главная тема – к боксу вернуться легко и умело. И пока на низком старте замерли все с тизером своим за ринг-шоу. Снова в седле.